Однажды лиса поймала гулявшего по лугу гуся, придавила его передними лапами и решила потешиться над ним. «Эй, гусь, если бы я попалась в твои лапы, что бы ты сделал со мной?» — лукаво спросила она. «Что бы сделал? Ну, я взял бы тебя в клюв, сложил бы лапы на груди, зажмурил глаза и помолился бы: о, Всевышний, тысячи благодарностей тебе за щедрый дар. Потом съел бы тебя». «Как ты верно говоришь, я тебя съем точно так же», — проговорила лиса. Взяла она в пасть гуся, присела на корточки, положила передние лапы на грудь, зажмурила глаза и начала молиться. А гусь махнул крыльями и улетел с гоготом: «Га-га-га!